Создали зону здоровья. Почему? Потому что мы увидели, что алкоголь, ну, настолько мешает жить, настолько вредоносен. Надо начинать жить без него, без алкоголя учиться. Вот. Особенно выходные и праздники проводить. И мы этим занялись. То есть мы организовали досуг. Для, как правило, сюда приезжают с детьми люди, потому что мужчинам не очень пока безалкогольно праздновать. Но нас это устраивает. То есть приезжают больше мамашки, там 2-3 ребенка, как правило, у них отцов-то и не бывает. И мы с ними здесь занимаемся. У нас мастер-класс по резьбе из дерева, мастер-класс по живописи, мастер-класс по выживанию и ориентированию на местности, лечебная гимнастика. Еще есть ряд мероприятий, которые очень нужны детям, и дети с удовольствием этим занимаются. Нарастание идет, буквально вот в последнее время идет огромная потребность женщин в том, что здесь был лагерь детский. На чем вот последний, как семечко, на чем последняя выросла наша, что мамашки говорят, что у нас дети по 12-14 лет даже не умеют блины испечь. И говорит, мы их не научим, говорит, потому что я на двух работах работаю, я прихожу и, говорит, падаю, все. Не могу говорить, сразу вам признаюсь, но если вы это организовываете, мы будем их здесь учить домоводству, там, садоводству. Все, мы восполним то, что не дает школа. Я их учу костры разжигать, они же ходят со мной, мамашки. И вот там сынок кричит, мам, посмотри, какой костер разжег. Ей, конечно, радостно видеть, что ее сын чему-то научился. Что сын стал березу, и то не все знают, как береза выглядит. То есть отсталость просто фантастическая, и страх перед лесом, перед природой столь велик, что человек боится природы. А мы говорим, что природа мать, не надо бояться, надо на ней жить, любить, защищать ее. Это одно и то же, это мы и есть. Поэтому эта организация очень нужна и приносит пользу, и мы победим, и мы построим это все, я это знаю. Но почему такая цена должна быть огромная, заплачена за это? И почему государство нас не поддерживает? Как они берут гектар? Сейчас вам расскажу, как я взял дальневосточный гектар. Лично сам. Я его взял за 5 минут. Просто. Открыли карту, посмотрели свободные территории. Моя территория, к счастью, оказалась свободной, которую я хочу взять. Я сказал, мне вот эту территорию, через 3 дня я получил разрешение на эту территорию. Никто сюда не выезжал, никто здесь не появлялся. Но я сказал так, я сам все обследовал, потому что я не хочу быть человеком, который залазит на чужие земли. Поэтому я все обследовал, все обходил, обнюхал. Когда я увидел, что никому урона не будет, только тогда я принял этот шаг. То есть я нес ответственность за свой участок. А те люди, которые получали, они никогда не были на тех участках, которые им дают. И поэтому они даже не знают, где их земля. Есть ли вообще эти люди? Вопрос. И есть ли вообще эти люди, да. Они работают с территориями. Мне очень важно было услышать, что происходит, какая динамика идет, как меняется, кто мне не дорабатывает, как. Владимир Николаевич Кузьмин. Занимаюсь ИП, имею свое, под названием «Зона здоровья». Хочу создать территорию, на которой здоровье будет иметь огромное значение. Полностью исключено пьянство, масса мероприятий различных, мастер-классы по резьбе, мастер-класс по живописи, мастер-класс по выживанию и ориентированию. Учим детей и кушать готовить, и костры разжигать. Местность где это? Это село Анисимовка, Шкотовский район, Приморский край. Пусть меня непосредственно взял себе чуть меньше гектара, просто земли не было больше. Вот этот лесочек я взял. И у меня отобрали. Вот этот участок пытается отобрать, и тот нижний участок. Есть система правосудия, есть отношения какие-то, и ну, доброта отношений человека, который работал, делал. То есть я попал полностью в процесс. Пробиваю гектар и отмахиваюсь от тех, кто пытается от у соседей, меня да? отнять, от соседей. Значит, я еду в комитет земельных отношений, беру госакт. Вот. Показываю ГУСАП, что право собственности пожизненно наследуемого владения. Вот такой герб, вот такой ГУСАП размером. Видели, да, какой он здоровый? Такой герб красивый, все. Мне говорят, да, ты прав. Мы не смогли установить границы ваши. Я говорю, а почему вы не смогли установить границы мои, так как они существуют? Нам не подал комитет местного шкотовского самоуправления эти границы. Я говорю, я в этом виновен, что ваш местный комитет шкотовский не подал
в баланс территорий. В комитете земельных отношений меня все говорят, что я прав. И после того, когда мне говорят, что все, едь и будь спокоен, мы выгоним людей, на самом деле они оформляют землю для тех людей законно. Ну, нельзя сразу революцию делать, надо постепенно. И когда я появляюсь в следующий раз и поднимаю карту, то уже мой участок закреплен юридически. Вот, и мои границы уничтожены официально. Все, я опять еду, пишу заявление в прокуратуру. Вот, прокурор отдает это дело на рассмотрение. Мне приходит ответ, что мои земли законны. Хочу поддержки в том, чтобы мы помогали мне находить вот эти вещи, где у нас плохо, и мы работали и так далее. Блядь, с топографом стоит человек, ну куда годится уже? Мы вынуждены были выйти, во-первых, это нарушение частной собственности, вообще. Как бы вообще человек пришел без разрешения, без всего зашел и хозяйничает у нас на территории. А во-вторых, это вообще какое право они имеют зайти на нашу территорию без нас, измерять наши метры. Это наша земля. И вот так вот по-наглому стоять у нас отрезать на глазах. Я говорю, что вы не видите улики, вы не видите вот сад. Вот машины, автомобили, но, дети у меня, внучки стоит. Были здесь. Потом все это я писал губернатору Тарасенко. В полных мельчайших подробностях. Как они днем проникли. Как они нарушили все законы, почему они не постучались, почему комитет земельных отношений не договаривается о встрече, почему он посылает своих агентов, не оповестив нас, вот, чтобы залезть на нашу территорию. Это что за хозяин, я пишу, такой появился, которому все этические нормы не нужны. Мы должны вместе садиться и помогать, я готов помогать и готов тоже участвовать в этом деле, чтобы навести порядок. Тарасенко говорит, я обратился не по назначению. По назначению. По прямому назначению обратился к губернатору Тарасенко. Его хозяйство. Потому что важно тоже, чтобы эта информация доходила здесь до чиновников и могли мы быстро реагировать и делать. Его хозяйство. Нарушение, и он говорит по назначению. В итоге он опять эти бумаги отослал. Ну, значит, его пора на пенсию. Не оправдал свое предназначение. Сколько семей, еще раз повторите, пожалуйста. Со слов, я же не могу фактами, со слов людей, и находясь в этом комитете земельных отношений, я же не прихожу туда один. Мы стоим там длинными очередями. Приходим там уже в очередь с 5 утра занимается, с 6, чтобы попасть к этому великому чиновнику, который может принять, как всегда, 1 час, а все остальное время он занимается государственными делами. Вот, с народом ему работать некогда. Потому что внутренняя политика, к примеру, ну никакая здесь, и руководитель был никакой. Поэтому попрощался сразу же. Даже не знает, говорю, как ты ездил в село, смотрел, чем живет сегодняшний день человек в селе. Какие у него проблемы? А мне это не надо. Ответ. Как это так, внутренняя политика, это тебе не надо. Это человек, который... Ты ради него здесь и сидишь. Поэтому, чтобы его выловить, это целый кошмар. Очередь занимается за несколько недель к нему. Вот в такой ситуации. Со слов, значит, человека, и видя все это, 107 семей пострадали вот таким вот образом, самым грубым, которое мы называем оккупация, то есть захват территории, сознательный захват территории при поддержке власти. Это осуществляется. Вот у лично у Бабзои 20 соток земли забрали. Вот. Но земля эта у нее не была промежована, но была в ее территории. Множество лет досталось ей от ее родителей. Вот. Что такое промежевать землю? Сейчас я вам расскажу. Это процесс очень дорогостоящий, очень бюрократический, волокитный. И самое главное, дорогостоящий. Вот мне промежевать землю, я почему не межевал? Мне нужно было 30 тысяч, ну минимум, от 60 до 30 тысяч. Меня это возмущало. Я же всю землю оформил, я все сделал, я заплатил за эту землю, я сделаю собственность. Почему новый закон требует новых вложений с меня, а не сам за свои средства видоизменяет? Мне несложно было сделать межевание. Я говорю, ну это второй раз оформление земли идет. Вы тогда за свои деньги это переделали бы, да и просто мои размеры внесли бы и все. Вы же этого не делаете. И я на принцип пошел. 30 тысяч для меня... Как бы сумма приличная. Если хотите, я скажу, сколько у меня пенсия. 6 тысяч.
И Владимир Владимирович, слушай сейчас, и ты, Тарасенко, слушай. У меня пенсия 6000 рублей. Плюс 3000 у меня забрали банки. То есть я получаю на руки 3000 рублей. Если бы не мои способности, вот, я бы давно умер с голоду бы. Вот ситуация. То есть я за счет того, что я раскрутил ИП там, т.д. т.д. и тому подобное, зарабатываю деньги. Заранее, не надеясь ни на кого, а создавая свою независимую структуру. Вот поэтому я вот выживаю в этой серьезнейшей борьбе. Стоит мне заболеть или еще что-то, все, мои земли заберут тут же. Вот она конкретная ситуация, мне нужно конкретное решение. Если Владимир Владимирович мощный поддерживатель справедливости, пусть он мне здесь поможет. Если он мне здесь не поможет, значит я его не буду считать человеком, который борется за справедливость. Потому что это его страна. Я сам человек иерархический, я привык, если у меня не получается, обращаться в официальную власть, которая и должна решать эти проблемы в их руках. Машины, средства, информация, милиция, прокуратура. И пусть они решают эти проблемы, опираясь на эти рычаги, но эти рычаги не работают. Я опираюсь только на Бога, все. Единственный человек, который, это существо, которое мне помогает, это Бог. Евгений Сергеевич Розе, город Уссурийск, Приморский край. У меня сложилось такое впечатление, что местные власти просто вот этими вот, пользуясь вот этими вот ситуацией по дальневосточному гектару, человека активного, с активной жизненной позицией, просто пытаются вовлечь во все эти судебные издержки, судебную волокиту, мешают в принципе жить человеку на своей земле и делать добрые дела. Ну вот заниматься с детьми, и так далее, да, вот можете сейчас рассказать, сколько у вас тут идей вот этих вот хороших, и просто кому-то это очень мешает. Ну вот мое такое мнение. Вот мы непосредственно в отдел культуры возили все письма в краевой отдел культуры о зоне здоровья, о важности отрезвления людей, о важности того, чтобы люди в выходные дни что-то делали для России. Мы конкретно задаем вопросы, что ты сделал для России? Сколько ты денег из бюджета тратишь на экологию? Конкретно задаем людям и меняем их несознание. Вот я беспрерывно задаю этот вопрос. Люди в ужас приходят, когда я спрашиваю, сколько ты денег выделил на экологию за квартал прошедший. Он никогда не выделял, не то что за квартал, он вообще никогда не выделял. Я говорю, а как же так, мы хотим защитить природные ресурсы, а мы даже финансы на это не выделяем. Ты какой-то ключ взял под защиту, мы держим под защитой, допустим, ключ, который называется Хвощевый. Мы его проходим за свои собственные средства. У нас там Лямзины, Акуловы помогают. Да, практически еще семьи могу назвать. Если где мы мусоринку увидим, у нас мы раз-раз по своим. Все, мы сразу берем технику и убираем. То есть у нас ключ питьевой. Вода с этого ключа пьется, а он был грязный. Мы оттуда вытащили все аккумуляторы, все помойки, все кабаньи кишки и головы. Вот. Мы столько здесь помоек убрали. Сейчас мы пьем эту воду чистую. И эту воду стали из Владивостока здесь приезжать брать. То есть это родник наш стали знать, все. Теперь смотрите, чтобы его там не приватизировал кто-нибудь. Такие случаи тоже бывают. Люди уберут, а потом кто-то раз и купит. Ну все может быть, но мы будем сражаться за это все. И мы победим. Но вот такие. По новому градостроительному плану хотели провести там дорогу, прям поручили. Отбили, да? Ну, внесли изменения, да. Ну, до сих пор бьемся с новым градостроительным планом. Сколько можно биться? Вот я и говорю, почему такой большой ценой мы должны полянку от мусора очистить.